Может быть и так. Я этого не знаю. Но я еще продолжаю учиться. Как ты думаешь, кто сейчас пишет нашу историю? Автор или я? Зачем тебе это? Когда я был сломлен, после стольких событий я долго не мог прийти в себя. Я столько видался, я столько натерпелся. Ведь жизнь теряет всякий смысл, когда рядом нет любимого тобой человека, когда ты никому не нужен. И с тобой лишь пустошь. В моих жизнях были такие люди. Я их любил, привыкал, терял. Расхождение путей. Это сложно объяснить, но я хочу узнать свою истинную жизнь. Ту, откуда я пришел, а не этот туманный сон. Попутно я поставил цель. Спасти многих от погибели любой ценой. Сейчас это мой новый смысл бытия. Я понял, что больше всего на свете ненавижу смерти. И это ему мое послание. Ты сумасшедший. И живой. Или подожди, как там нас называют? Полупрозрачные.